Казанский федеральный университет расширяет свои возможности. Так, в Институте физики открывает свои двери новая кафедра ядерно-физического материаловедения. Она создается с целью подготовки кадров и проведения научных исследований в области фундаментальных прикладных инженерных наук на основе интеграции научных, образовательных, технологических и инновационных ресурсов. Всегда надо с чего-то начинать. У нас есть хорошие компетенции наши с точки зрения исследования, различных видов исследования, конденсированных средств. На данный момент мы преимущественно будем работать с лабораторией нейтронной физики, которая дает нам новые методы исследования, опять-таки, конденсированных средств. Но тут же мы думаем и о ядерной медицине, тут же мы думаем о физике высоких энергий. По словам директора Института физики КФУ Сергея Никитина, Казанский федеральный университет заинтересован в использовании научного опыта Объединенного института ядерных исследований. Для того, чтобы наши студенты имели больше возможностей с точки зрения научного оборудования, соответственно, вы сами понимаете, что в центре Казани построить какие-либо ускорители либо там нейтронный реактор – это абсолютно невозможно. И в этом нет необходимости, когда это есть в другом институте. То есть это новые возможности для наших студентов. Новая кафедра позволит КФУ начать подготовку собственных физиков-ядерщиков. Специалисты в области ядерной физики Татарстану необходимы в том числе для развития новых направлений в области медицины. Пока требований никаких особых нет. Почему? Потому что пока эта кафедра будет работать в рамках направления физика, а это означает все то, что у нас было требования, они все требования сохраняются. Угу. Второй вопрос, какой будет конкурс? И прежде всего конкурс в магистратуру, потому что... Преподавать на новой кафедре будут как ученые КФУ, так и лучшие ученые-ядерщики России. На первом этапе в работе кафедры примут участие сотрудники лаборатории нейтронной физики имени Франка. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.